Да, ясики всем, с вами Ник Джонг. Сегодня мы будем проходить игрушечку «Ударный отряд котят», но не обычно, а целиком и полностью. То есть мы вот возьмем первый уровень и просто-таки пойдем до конца вот этой вот полосочки. Вот просто так мы возьмем и пойдем. Да, в этом видео я вам покажу, как можно пройти эту игру за один раз, за одну проходку без, скажем так, потерь, полностью убив всех боссов и, ну, вообще, скажем так, полностью, целиком и полностью пройти эту игру. Да, вот именно об этом я сегодня вам и покажу, и расскажу. Итак, вот мы начали уже наш путь, мы уже прошли некоторое расстояние. Прошу заметить, что мы с вами одели котяночков в одежду черепашек-ниндзя. Да-да, это именно те самые черепашки-ниндзя. Это вот у нас Донателло, Леонардо, Микеланджело и Рафаэл. Именно они сегодня и помогут нам, точнее их костюмы помогут нам пройти всю игру за раз. Итак, вот мы уже почти у первого босса. И да, не забираем поднимать молочко. Это очень важно, потому что котятам нужны энергии для запаса. Итак, первый Фокс-Зилла босс. И мы его легко прошли, как видите, да? Все очень-очень легко. Итак, как видно, способности у нас обнаружение ловушек, магнит для рыбы, двойной урон и возможность блока. Да, вот именно эти способности нам сегодня помогут пройти эту игру за один раз. Итак, что же, мы проходим. Так, вот тут Гарри Поттер, смерть. Так, собираем рыбочку. Вот опять колдун этот, который говорит нам, ты не пройдешь, а мы пройдем. Так, вампир и В, и мистер В. Так, хорошо, мы прошли. Далее у нас идет там вот трон, но это не важно, все. Нам как можно больше нужно проходить вот этих вот всяких там препятствий. Мы, скажем так, не должны со всеми ними драться, а мы должны их обходить. Да, именно обходить, а не драться вот как-то, скажем, напрямую. Итак, вот мы уже подошли ко второму боссу. Так, что же будет теперь? Так, просыпайся, черепашка Фоксбаллер. Ну и можешь опять засыпать. Ненадолго тебя хватило, слабенький он. Но его дух будет нас преследовать еще долго, я вам скажу. Еще целый уровень, да-да-да. Но ничего страшного, мы продолжаем наше путешествие. Итак. Вот на этом уровне нужно быть аккуратнее, потому что тут очень много всяких препятствий. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот видите, уже у нашего второго котеночка, у Рафаэля, уже не так много жизни. Уже даже, ну, больше половины еще, но... Так, тут нам нужно пройти поверху, потому что... Там аж 3 стоит лисенка. Они на меня. Ну, видите, Рафаэль постоянно попадается под руку, так сказать. Как-то ему не везет. Так, ничего. Так, вот тут мы должны хорошенько пропрыгать все. Все препятствия. Эх, надо было лучше поверху пойти. Ну ничего страшного, ничего. Ну, Рафаэль, почему ты так? Так, вот тут очень нужно внимательным быть, потому что очень важно тут нам пройти. Так. Так, все хорошо. Но Рафаэля мы уже потеряли. Ну, это ничего страшного. Думаю, еще 3 целых котеночка у нас осталось. Так. Вот у нас тюрьма, наконец-таки. Это, скажем так, третий босс. Prison, то бишь тюрьма. И нам нужно как можно быстрее пробить вот эти вот двери. Так, давай. И за 3-4. За 4 удара мы справимся с этой дверью. Отлично, мы с ней справились. Так, проходим дальше. Идем. Так, ну что ж, вот теперь это, ну, самый сложный уровень, как по мне, потому что здесь могут случиться, ну, все что угодно. Все, абсолютно все что угодно может здесь с нами случиться, потому что все же это последний уровень. Вон там те лисенки, которые дали нам возможность, так сказать, проходить с такими костюмами. Так, думаю, вот самое ужасное это вот тут внизу. Поэтому я даже не хочу идти туда, потому что, ну, там слишком опасно, там много слишком идет у нас этих вот... Путей. Так, отлично. Так, вот очень хороший момент, потому что благодаря этому мы и сможем пройти дальше, я думаю. Да, именно благодаря этому. Все очень отлично выходит. Так, пропрыгиваем. Перепрыгиваем этого лисенка. Дальше. Так. Знаете, я уже волнуюсь. Мне уже как-то не верится, что мы за один раз, представьте себе, за один раз прошли до финального босса, до короля. Вот он, наконец-то. Итак, что же нам будет? Так, давайте, ниндзя, я вас верю, вы лучший ответ ударных ниндзя. Так, тут вот Дэдпулы, они тут просто толпой идут на нас. Ну вот, давайте, уже немного осталось. Еще 4 котенка против нас были ниндзя. Так, давай, повар, Дэдпул, Крюгер. И вот, наконец-то, сам этот король. Все котеночки ушли, остался только один. Ура, победа. Ну вот, котеночки решили вернуться через низ. Итак, вот, все, наконец-то мы спасли принцессу. И нам дали в очередной раз награду. Сосисок, молока. И еще молока, а может быть и кефира. Ну что ж, спасибо, что вы были со мной, что вы смотрели это неимоверное прохождение. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите, обязательно пишите комментарии. Вы самые лучшие, всем пока-пока и удачи!